Всем привет! Сегодня покажем вам, как можно поменять тариф на телефоне, а именно на МТС. Закачиваем мой МТС, значит, заходим, регистрируемся, заходим в тарифы. В данный момент показывает мой тариф, который называется безлимитище. Настройки, значит, 700 минут, 700 смс и 5 гигабайт. При этом оплата в месяц 240 рублей. То есть получается 8 рублей в день. Значит, заходим в доступные, выбираем для смартфона телефона. И здесь перечислены все тарифы, которые можно подключить на ваш телефон. Значит, выбираем мой смарт. В данном случае базовая настройка идет 250 рублей в месяц. И вам дается 1000 минут, 1000 смс и 25 гигабайт интернета. Ну, я считаю, 25 гигабайт интернета очень много, поэтому снизим его до 20 гигабайт. 1000 минут остается, 1000 смс и 20 гигабайт интернета. При этом оплата получается 225 рублей в месяц. То есть, на 15 рублей меньше. И при этом возможностей гораздо больше. Значит, дальше нажимаем «Перейти и настроить». Изначально, значит, дается вам 25 гигабайт, 1000 минут и 1000 смс. После того, как вы подключите этот тариф, на следующий день вы можете поменять этот тариф, настроить как вам надо. Либо 20 гигабайт, либо 25 гигабайт, либо еще больше, там сколько вам нужно. Все, нажимаем «Подключить тариф». Ваша заявка на подключение тарифа «Мой смарт» принята. Вам придет смс с подтверждением. Закрываем. Все, ждем смс. Подключается тариф. И пользуемся, радуемся жизни. На этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока-пока!